Ад Данте — это не фантазия. Это пророчество. Вы помните, что с вами произошло? Какой-то несчастный случай. Я ничего не помню. У вас черепно-мозговая травма. Воспоминания, видения. Все смешалось. Я нашел цилиндр в пиджаке. Как его открыть? Это ад Данте. Он был в моих видениях. Я хочу понять, что происходит. Идем. Где профессор Лэнтон? Исчез. А цилиндр у него? Я проложил тропу. Лишь ты сможешь ее пройти. Это что, какой-то пазл? Это испытание. Персонально для вас. Он создал вирус. Если вирус существует, он заинтересует спецслужбы, и они пойдут на все. Это карта. Она укажет мне путь. Его надо убрать. Идем сюда. Я знаю, почему Флоренция. Тут 9 мест. Это первое. Вот, вот, подсказка. Я сделаю все, чтобы найти вирус. А вдруг тебя найдут раньше? Взять его! Бежим, бежим! Половина людей на Земле умрет. У нас меньше 8 часов. Есть шанс спасти человечество. Человечество — это чума. Инферно — это спасение.